Что об этом думаешь? А я думаю, чи долго ты у меня будешь сидеть на шее, а? Что ты делаешь? Спускайся на землю. Ишь, проклята. Бублички, горячие бублички, гоните рублички, вы поскорей. Внимание, внимание! Начинается посадка на поезд Киев-Москва. Товарищей Тарапуньку и Штепсуля просят подойти к 13-му вагону. Повторяю. Да постойте, не повторяйте, Штепсуля. А мы что, около 10-го стоим, что ли? Вам что, повылазило? Граждане пассажиры, будем взаимно вежливы. Поезд сейчас отправляется, а вы нам о вежливости болтаете. Во-первых, я не болтаю, а вещаю. А во-вторых, я с грубиянами вообще разговаривать не желаю. Вы что, друзья, хильнули на дорогу. А в чем дело? Ну, нас же без билетов вагон не пускают. Билеты у Тарапуньки. Да, а где все наши? Там, где посадка, на первом перроне. С той стороны поезда. С той стороны поезда. Эстрада! Пробачьте, це мій чемоданчик. Ви що, це мій чемодан, я точно знаю. Ну, а я точно знаю, що це не ваш чемодан, кстати, не твой чемодан, а мой чемодан. Я його сьогодні тільки купив. А я його що ж, не купував? І я купив в універмагі. І я на четвертому поверсі. 4 рубля і 85 копійок. Я уплатив за цей чемодан. Так що ви, товариші, це мій чемодан. Организовано! Собирайся в путь дорогу, чемоданчик, чемодан. Нам придется ездить много, поминать и мало страх. Ты намаешься при этом, ты намнешь морда притом. Будешь ты в пути буфетом, ты подружка и столом. Чемодан! Мой верный чемодан! Манерный! Будешь ты за мной рядом! И другого мне не надо! Ты пути! Опора! Кроме друг! Актера! Работяга и бродяга, друг мой чемодан! Помчим с тобой по свету, на земле и под водой. И в космической ракете тоже будешь ты со мной. А когда судьба злодейка вдруг нам старость подошлет, мы припомним по наклейкам, ты обратный наш взлет. Ха-ха-ха!
Я так и знал, что только мой чемодан легко найти. Найти легко, поднять тяжело. Что там? Да ничего особенного, обыкновенный реквизит. Ну вот, силы поехали. Все добро, посмотри. До свидания. Счастливо. Едем, да. Все добро, вот. Забули причепить. Что таке? Забули причепить. Чому річ, Петро? Чому дело? Забули причепить. Чому дело? Забули причепить. Вот что, батенька, прицепить забыли. Пошли домой. Это как так домой? А концерт в Москве? Вы думаешь, катастрофа, прицепить забыли? Мелочь. Сейчас что-нибудь придумаем. Думайте все. С пантелику збив, поймати. Щось придумав і забув. Ну що в тебе? Досморк. Да нет, здесь может помочь только чудо. Теперь на эстраде чудес не показывают. Вот фокус я вам могу предложить. Что вам надо? Нам треба дотягнуть эстраду до Москвы. Веревку. Веревку. Слушайте, так может вам подойдет вот это, а? Мой фраг. Мы артисты, оптимисты, приним удачи, мы не плачем, а поем. Мы привычны, еле наличны, а рядом с песней легкой пешком. Эстрада, эстрада, Рязань нам поставлена. Нас не пугают даже мрачные пути. Мы с ним в паре, как Гагарин. Если надо, тоже в космос полетим. Эстрада, эстрада, нам космос не преграда. Венера! Марс! Юпитер! Сатурн! Эстрада, эстрада, покажем, если надо, концерт на высоте. И без халтур. Thank you.
девчата. Отлично поют девушки. Девчата, а можете вы зараз в Москву поехать? Правильно. А? Мы с радостью. Але кто ж нас возьмет? Як... Мы! Прошу! Нашим звеньям, пополнением, среди народа мы находим без труда. И да ярко, может ярко, сиять концерты, как эстрадная звезда. Эстрада, эстрада, это до еды. И я с тобой. Во всем порядке. Да, здесь не то, что на стройке у Липунова. Знаете, мы недавно были на одной строечке. Что тебе там не подобалось, а? Ну, ты видел, в каких безобразных условиях живут там строители. А ты знаешь, в каких условиях жили наши батьки, когда они творили Днепрогэс и Магнитку? Ты про це чув? Сейчас совсем другое время. Многих трудностей можно просто избежать. Избежать? Да. Радянские люди не звыкли. Бегать от трудностей. Да постой ты, шуми! Ну почему квартир для семейных там нет? Муж должен жить в одном общежитии, а жена в другом. Что это за семья? Что у них общего? У них общее... мировоззрение у них общее. Им побыть вместе негде. В читальню может піти, поймайте, почитать газетку, журнальчик подивиться с картинками. А ты был в этой читальне? Был. Холодно. Не дуже. Темно. Штепселю темно. А великий пролетарський письменник, товарищ Максим Горький, читав при свічці. Так тогда электричества не было. А тепер Горьких нема. Ни концертов там не бывает, ни лекций. Только плохие кинофильмы один раз в месяц показывают. А что ты хочешь, чтобы поганые фильмы часто показывали? Клуба не могли построить. Кино в столовой демонстрируют. Ты ж сам не раз сказал, что кино – это духовная пища. А якщо це піща, так де ж її приймати, як не в столовій? Піща. Ти о піщі лучше не вспоминай. Каждый день в столовій одно і то же. Борщ із капусти. М'яса почти не буває. Зажрався, Штепсель. Зажрався. А? М'яса захотів.
А ты пам'ятаєш, як ми під час війни, понимаете, на одних консервах жили? І нічого страшного, а? Так там і консервів нет. Так тепер же ж і не війна. Ну хорошо, ну хліб. Хліб в столовій такий сирой, що його їсти невозможно. Ти думаєш, що ти мелиш? Хліб, зроблений із цилінного зерна, вирощений нашими героїчними цилінниками. А ти його їсти не хочеш. А почему из этого же зерна на этой стройке выпекают хороший хлеб? Почему здесь большие ясли, а там ясли по 4 ребенка на одно место? О чем это говорит? Це говорить про високую деторождаємость, товариш. А по-моему, это говорит о том, что здесь на стройке по-настоящему заботятся о людях, а там вместо этого отделываются демагогическими фразами. Или, может быть, ты считаешь, что там на стройке все благополучно? Не все. Там є труднощі, понимаете, тимчасові, так сказать, утруднення. Прямо скажемо, робітники там живуть нелегко. Але зате їх потомки будут їм завидувати, товариші. Їхні діти будуть гордитися ними. Я б і сам би гордився, якби я був, так сказати, в передових рядах наших славних будівельників. О, вот это я и хотел тебе предложить. Гордиться? Нет. А что? Поехать на эту стройку. Мені? Да. Туди? Да. Директором? Нет, зачем же директором? Поедем, как все. И жить будем у директора. И жить будем со всеми. Я уже и письмо заготовил. Я, правда, за тебя расписался, надо только заклеить, отправить и поедем. Ты ж сам казав, что там живеться трудновато. А как жили наши отцы? Не знаю. Когда строили Днепрогес и Магнитку? Не знаю. У меня не было батьків, я підкидыш. Так ты что? Не хочешь ехать на стройку? Хочу, мрію поїхати, понимаешь? Ну, а раз мечтаєш, то... Куди збіжиш? Хто тебе в шию гониш, Штепсель? Ми з тобою живемо у Києві, на Хрещатику, у красивих будинках. Це, ми, знаєте, у нас це злішество, украшательство в цьому стилі. Як цей стиль зветься? Барокко. Барокко. Так на що ж нам стиль барокко міняти на стиль барака? І де я там буду їсти? Ти будеш питатися в столовій? Що я не знаю цю столову? Кожен день одне й те ж саме. На перше борщ з капустою, а на второе капуста з цього борщу. В будущем на этой столовой повесят мемориальную доску. Здесь обедал Тарапунька. Не так там напишуть. Там напишуть, тут обідав і від цього помер Тарапунька. Клубу там нема? Нет. В магазинах там пусто. Да, но зато потомки будут тобою гордиться. А жінкою можна тільки в читальню піти, понимаешь? Но зато дети будут тобою восхищаться. Які діти? Які діти? Які діти? Ну, твої діти. Звідки вони у мене візьмуться, якщо жінка буде жити в одному бараку, а я буду в другому? Демагог нещасний. Thank you.
Будем вельники выслать. Да нет, ребята, не строить, танцевать. Ну, на концерт. Это можно. Ну, старшой. Поехали! Поехали! А где наш кавун? Пошли. Чи інтуристи? Ні, не артисти з України. І куди ж ви? В Україну. Ні, на жаль, нічого не вийде.
Вся Украина автоматикою та механізацією зайнята. Всесоюзне совіщання. Та невже у вас нема ні однісінького номера? Є один номер на броні для Тарапуньки та Штепселя. Часом серед вас їх тут нема, ні? А ви хіба їх не бачили? Та по радіо 100 разів чув. А так, щоб у живому вигляді, правду кажучи, не зустрічав. Ні. Слухайте, а де ж будемо ночувати ми? Вже ніч на дворі. У Ярославлі. Як це так в Ярославлі? У нас концерти в Москві. Так Ярослав, це назва готелю на виставці отуди. Папаша, а як же туди доїхати? А доїхати, товариші, можна на метро, на тролейбусі, на автобусі. А номери я зараз вам скажу. Здравствуйте, дорогой товарищ. Добрый вечер. Приветствуем вас. Здоровенчі були. Послушайте, папаша, тут у вас есть... Не лізь поперед батька у пекло. Тут у вас на броні є номер для нас. Так. А ви хто? Ну, знаєте... Тарапунька! Та Штепсель. Ваші документи. А документи у нас... Пані в чемоданчику. А у чемодані унизу на самому дні. А як же ви доведете, що ви Тарапунька і Штепсель? А ми як... Ах, вам нужно доказательство. Пожалуйста. А, будь ласка. Сколько верст с тобой мы прошагали, сколько будем мы шагать, я и ты. Сколько раз в беду мы попадали, сколько будем попадать, я и ты. Молодці, хлопці, довели. Нате вам ключ, ідіть, відпочивайте. Здравствуйте, дорогой товариш. Добрий вечір. Приветствуем вас. Здоровенькі були. Послушайте, папаша. Не лізь поперед батька в пекло. Тут у вас на броні є номер для нас. Так, ваші документи. Та, будь ласка. Вони там, в чемоданчику. Да, довели там у чемоданчику, там на самому сході. Ну, а як же ви доведете, що ви Тарапунька і Штепсель? Ах, вам нужны доказательства. Доказательства, як? Пожалуйста. Будь ласка, уявіть, театр, директорська ложа. Це директорська ложа, м'яке кресло. Тут оркестр, там сцена. Слухайте. Одні у саду, ти сказала, прошептала, не прийду. Що ж робить, друже мій, чи втопиться, чи напиться по одній. Піду, нап'юсь, і я. А друже вірний мій, прости, прощай. Так ми завжди разом. Прийшла біда страшна, бом-бом-бом-бом-бом-бом. Но приходить весна, ой, весна, та стежина до дівчини в нас одна. Що ж робить нам, скажіть, підкажіть, чи ходити і любити, чи дружить. Піду нап'юсь. Піду втоплюсь. Іди. Ох, хитрий друже мій, я не втоплюсь. І я боюсь. Тоді разом давай. Ми ляжем разом під трамвай. Ай. Третій стежку топтав. Ту дівчину цвіт калину він забрав. Ми згубили любов, ой, любов.
А чи щастя, чи нещастя, він знає, що я не втоплюсь, я не нап'юсь, ще покохають нас у добрий час. Мільйон дівчат кругом, нема біди обом, нема біди ніде обом, бом, 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 бом. Ну так, ну що, папаша, тепер повірили, а? Хороші ви хлопці. І співаєте ви чудесно, тільки ж ви зовсім не тарапунька і Штепсель. Ну я ж не папаша. О, добрий вечір, привітаю вас. Здоровенькі були. Документи залишили в чемодані. Але ж ми ще... Не лізь поперед батька в пекло. Ну ми не розуміємо. А ти не розумієш. А от вони вам все розкажуть. Ідіть. Вибачайте. Соромно брехати. Артисти. Здравствуйте, папаша. О, здоровенькі були. Здравствуйте. Вам, звичайно, потрібен номер. Вірно. І ви, звичайно, тарапунька і Штепсель. Угадали. А документи залишили в чемодані, понімаєте? Чого в чемодані? Документи при нас, будь ласка. О, правильно, паспорт. Ну от, бачите? Кажете, що тарапунька. А тут що написано? Тимошенко, ні, це не підійде. Де ж то ви, папаша, не узнаєте, що ли? Ну, тарапунька високий, Штепсель маленький. Я теж маленький, але ж не кажу, що я Штепсель. А у мене от вуси. А у мене вон які вуса, і то я не кажу, що я тарапунька, це не доказ. А як же вам доказати? А яких вам ще нужно доказати? А ви що-небудь отут вчудіть. Якусь таку комедію, сатіру присочиніть. Ну да, на вулиці. Ні, ви уявіть собі, що це театр. Це сцена, а оце директорська ложа. В директорській ложі, пробачте, будь ласка, завжди м'яке крісло. Оце я сідаю, а ви валяйте, давайте. Що ж вам валять, папаша? Ну, розкажіть, де були і що бачили. Ми тільки що вернулись з польоту. У космос. Почти. Ну, розкажіть. Розказувати об этом польоті, як кажуть, руки не піднімаються. Ти розказуй, я за тебе буду руки піднімати. Ну, давай. Халало. Заправились горючим. Нет, не тем горючим. Бензином. Сели рядом, помчались вверх и вниз, в спирали и в пике. Я на себе ловил завистливые взгляды, хоть и висела наша жизнь на волоске. Сплошная пустота. Корабль летит, как птица, и, кажется, до звезд достать рукой. Осталась мелочь. Так это ж моя... Так это... Осталась мелочь. Точно приземлиться, полет закончив мертвою петлей. И шли часы. И было так приятно. Это мы... Это... Прекрасные часы. Ау! Как сказка эта быль, мы разглядели все на солнце пятна, промчались сквозь космическую пыль. Папаша, ну куда же вы нас послали? Трамвай уже не ходит, в метро зачинено, а пішки ж до ранку треба йти. Цілу ніч покою нема. Ви собі місця не можете знайти. А ті видають себе за тарапуньку і Штепсель. Та ви що? Це ж є тарапунька і Штепсель. Я? Ага. Так. Отак. Ті самі? Оце ж вони є тарапунька і Штепсель. О, вибачте, будь ласка. Нате вам ключ. Ідіть, відпочивайте. Ну, знаєте, тарапуньки тарапуньками. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. А где будем ночевать? Я? О, будет все в порядку. Я позвоню по телефону. А куда ты будешь звонить? В Министерство культуры? А хоть бы и так. Да что ты, ночь, никого нет? Гудок? Гудок. Щелчок. Щелчок. Молчок. О, заговорили, не склядки. Алло, це з вами тарапунь. Алло.
Алло, они меня не чуют. А ты их слышишь? Я их чую. Алло! Ясно. Алло! Этот телефон неисправен. Алло! Алло! Алло, товарищи, вот какое дело. Мы... Алло, 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 говорите громче, я вас не слышу. Алло, алло, алло! Алло, говорите громче! Алло! Я их не слышу. А они тебя чуют? Отлично. Все ясно. Той телефон глухий, а цей телефон немий. Так, ти говориш їм, вони передають мені. Я переказую тобі, так. А ти говориш їм. Єсть. Алло, 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 товариші, от яке діло. Ми артисти, остались без крова. Без крова. Перехожу на прийом. Що він говорить? Дає яка корова. Що там, дурака валяють, що ли? Що ти на мене кричиш? Ти в трубку кричиш. Тихо, товариші, тихо. Ніч, люди сплять. Передай Штепселю, нехай починає. Пускай починає. Пускай починає. Пускай начиняє. Пускай начиняє. Начиняє? Пускай начиняє. Проси, пожалуйста, що начиняє і чим начиняє? Ну, що-то начиняє. Скажи тише. Пускай шпроти начиняє і пише. Пускай шпроти начиняє і пише. Пускай шпроти начиняє і пише. Смішно. Пускай шпроти начиняє і пише смішно. Пускай шпроти начиняє і пише смішно. Пишет смешно? Такое требование. А, начиняй шпроты и пиши смешно до востребования. Какие шпроты? Да я ничего не понимаю. А, мы ничего не понимаем. Лично мы не понимаем. Лично мы не понимаем. Но лично мы не понимаем. Наличными не принимаем. Я этого передавать не буду. То есть как не буду? Я наличными принимаю. Это тебя не касается. Они наличными не принимают, но меня не касают. Наличными не принимают, я касаюсь. Наличными не принимают, я касаюсь. Наличными не принимают. Наличными не принимают, а Маня кусается. Что ж твоя Маня? По перечислению кусается, чи як? Эх вы, деятели! Вот у меня телефончик с гарантией. Меня там знают. А что это? Ну, не то гранд-отель, не то метрополь. Алло, скажите, пожалуйста, у вас места еще есть? Кажуть, все свободно. Но я не один, нас здесь 20 человек. Хоч 120. А удобства есть, нам бы с дороги помыться. Ванна и душ работают круглосуточно. Ну, отлично, мы направляемся к вам. Как называется ваша гостиница? Что? Як? Ну, что, националь? Ні. Метрополь? Ні. Гранд-отель? Ні. Ну что же? Вы трезвите. Ну, папаша, одна надежда на вас. Пустите нас всех куда? В этот один номерок. Не, 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 а мы там как-нибудь устроимся. Не, 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 не. А что мне начальство скажет, как вы понимаете, так? Да вы ж тут не старше начальство, папаша. Ми тихенько. Розумієте, нам треба завтра виступати, а ми ще й досі не спали. Ну, добре, йдіть. Ми артисти, оптимісти. При неудаче мы не плачем, а поем. Тихо! Привычный, день отличный, а рядом с песней легко уйти пешком. Эстрада, эстрада, Рязань, Донбасс, Канада, по суше в небесах и по волнам. Эстрада, эстрада, для нас одна награда, когда находим верный путь. Thank you.
Штепсель. Ты спишь? Ой, да разве здесь уснешь? Я из-за чего храпуна спать не могу. Сейчас я его успокою. Кто це храпе? Ця авоська захропіла. Ні. Мається бідняка. Товариш Гиря, ви ж не даєте нікому спати. Перевернітесь на другой бок. Закройте, сквозить. Ничего, они крепко спят. Здравствуйте. 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 Мене просили передати, що там унизу артистам видають гроші. Суточки. Где? Я перший. Где? Я перший. Я перший. Thank you.
Мой фрак! А вам что, репетировать не надо, что ли? Минуточку, одно другому не мешает. А вообще вы... Да. Марк! О, нікого нема. Можна репетировать. Здравствуйте, дорогі товарищи. Здоровенькі були. Місячна зоряна ясна, видно, хоч голки збирай. Вийди, кохана, я працю зморена.
восьмый этаж. Товарищи! Здесь крыша! Отличное место для репетиции! Живучий штет. А ну, хлопцы, на крышу, на репетицию, кто первый? Для тебя и для меня.
вы что себе думаете, а? Автобус подано, билеты проданы, а вы тут на крыше загораете. Поехали! 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 И разошлись, как в море корабли. Сюда, сюда, здравствуйте, мы вас давно ждем, прошу вас. Нет, мы в театр. Видите ли, мы собирались в театр. У нас вам, специалистам, будет поинтереснее, чем в театре. Что ж мы тут будем робити? Мы вам покажем свои достижения, вы нам расскажете про свои. Скажите, вы академик? Я классик, занимаюсь классической борьбой. Ну, так кто начнет первым? Ну, если на те пошло, так давайте разом починати. Штепси, иди командуй. Включайте автоматику. Включайте! Вечора тривожного вала дівчина вишиванку, вишивала дівчина вишивала чорну і червону нитку клала, вишивала дівчина вишивала чорну і червону. Та чорна ниточка розставання, а червона ниточка до кохання. Що та чорна ниточка часто рвала, а червона ниточка не. По-моему, концерт. Да, ну к нам должны были приехать ученые, специалисты. А приехали эстрадные артисты.
Нам вот прислали записку. Товарищи Тарапунька и Штепсель, просим вас пробрать как следует штурмовщину. А то иногда так получается. 20 дней почти ничего не делаем, а в конце месяца день и ночь работаем, чтобы выполнить план. Представляешь? Уявляю, что бы у нас с тобою было, якби ми так 20 днів не виступали, а потім за один день 15 концертів шпарили. А? Представляєш, какое качество було б нашої продукції? О, давай это и покажем. Так кто же у нас на сцене? Ну, а товарищи поймут это в переносном смысле. Ну, давай. Итак, штурмовщина. Концерт начинается не в 7, как обычно, а в 8. Но не вечера, а утра. Здравствуйте, дорогие товарищи. Добрый вечер. Что? Доброго раточку. Приветствую вас. Здравствуйте, ближе. Мы всюду выступаем. И всюду мы вдвоем. Это мой пиджак. Ты надел мой пиджак. Мы всюду выступаем, и всюду мы вдвоем. Мы бодрые. Мы всюду выступаем, и всюду мы вдвоем. Мы бодрые, веселые частушки пропоем. Наш профессор отличился на студентке, он женился. Предложил он молодой, будьте вы моей вдовой. В среду я купил ботинки, был у них прекрасный верх. Но на части развалился после дождичка в четверг. Впереди еще столько же, дорога каждая минута. Тарапунька не приходит, чудовок. Штепселя не было, замакитрилась трошечки. Ничего, мы его подождем. Никого ждать не будем, мы без штепселя обидимся. Здравствуйте, дорогие товарищи. Добрый вечер, приветствую вас. Здоровенькие были. Где же ты, Тарапунька? Неужели он со своими длинными ногами отстал? Ну ничего, один за всех, все за одного. Здравствуйте, дорогие товарищи. Добрый вечер. Приветствуем вас. Здоровенькие были. Мы всюду выступаем. И всюду мы вдвоем. Мы бодрые, веселые. План, план, план. Мы всюду выступаем. И всюду мы вдвоем. Мы бодрые, веселые. Частушки пропоем. Частушки пропоем. Наш профессор отличился, на студентке он женился. И на части развалился после дождичка в четверг. Закругляйся! 67% плана выполнено. Очередной концерт. На улице проливной дождь. Здравствуйте! Простите, дорогие товарищи. Добрый вечер. Приветствую вас. Здоровенькие были. Вы стали такие вечливые, такие культурные. Тарапунька. Не гавкай. Что не гавкай? Как мы будем петь? Ты знай свое, а я знаю свое. Мы всюду выступаем.
и всюду мы поем. Сегодня же веселые. Да. Танцы протанцуем. Боевой наш обязательный девиз. Повседневно, злободневно, мы критикуем снизу вверх и сверху вниз. Эстрада, эстрада, я царь Донбасс Канада, по суше в небеса и по волнам. Эстрада, эстрада, для нас одна награда, когда находим верный путь сердца. Мы с народом, шли походом, на новостройки, на простор.